как правильно перестраиваться в потоке движения. То есть, что мы делаем? Мы включаем правый поворот. Зеркало заднего вида салонное. Смотрим, не начала ли сзади машина, которая едет за нами, тоже не включила ли она поворот, перестраиваться. Если таковой нет, мы смотрим в зеркало вправо и видим там машину. В данном случае сейчас приближается к нам машина, мы ее пропускаем. Перестроение мы делаем очень плавное и длинное. То есть, смотрите, вот сейчас вперед я начинаю перестраиваться, видите, я перестраиваюсь очень плавно. Чем плавнее вы перестроитесь, тем будет безопаснее для вас. Потому что машина, которая едет сзади, она увидит ваше перестроение и успеет вам посигналить, если вы будете ее подрезать. Вот сейчас я сделаю, попробую сделать левое перестроение. Сейчас включаю поворотик, смотрю в зеркало заднего вида, никто не перестраивается. Пропускаю автобус, который едет слева. Вот. И плавненько-плавненько на опережение я начинаю добавлять газу, чтобы заднюю машину тоже не поджать. Вот, я перестраиваюсь. Отключаю поворотик после того, как я сменил ряд. Еду прямо.